Плетеная декоративная корзина, производитель Китай, состав сталь и бумага. Продается эта корзина в одной расцветке, выполнена очень аккуратно, но и стоит эта корзина недешево – 299 рублей. Эту корзину можно использовать для рукоделия или творчества, создавать оригинальные композиции с помощью этой корзины. Она отлично подойдет для создания икебан и букетов. Но внутрь нужно будет проложить специальную бумагу для того, чтобы влага не попадала на саму корзину. Косметичка. Состав полиэстер, нейлон и сталь. Размер 12 на 7,5 и на 2,5 см. Эта косметичка выполнена в виде котика с милым декором сердечком. Стоит такая косметичка 199 рублей. Закрывается на молнию, внутри имеет два очень небольших отделения. В наш магазин эти косметички приехали в трех расцветках: серая, коричневая и черная. Выполнены они, конечно, очень аккуратно и по задумке, наверное, наполненная. Эта косметичка должна хорошо стоять, и издалека будет видно, что это котейка. Но дело в том, что отделения настолько маленькие, что туда влезет, ну, в лучшем случае, пудрочка и губная помада. Больше туда, мне кажется, ничего не поместится. Кстати, ее можно использовать и как кошелек. Махровые полотенца, размер 50 на 90, состав 100% хлопок, производитель Россия. Стоит такое полотенце 249 рублей, отделано с двух сторон золотой каймой, которая напоминает греческую дорожку и символизирует богатство и успех. Полотенце довольно пушистое и с обоих сторон смотрится одинаково привлекательно. Обычно у полотенец резко отличается лицо и изнанка. Продается в нескольких сочных расцветках. В продаже есть полотенце белого цвета, синего, красного и коричневого. Появились в продаже новые пенки для умывания, гиалуроновая и обновляющая из серии Оханами. Секреты косметики Японии. Гиалуроновая пенка эффективно удаляет загрязнения и поддерживает оптимальный водный баланс кожи, улучшает цвет лица. Содержит в своем составе гиалуроновую кислоту и ниацинамид. А обновляющая пенка эффективно очищает кожу от загрязнений и контролирует секрецию сальных желез, борется с черными точками и выравнивает тон кожи. Это и не удивительно, ведь в ее составе молочная и салициловая кислоты. Для лица Дана от Parley Cosmetics. Девиз «Роскошная молодость кожи». Маски продаются в двух вариантах. Одна с комплексом масел, питающая и регенерирующая, и вторая с витаминами, обеспечивающая интенсивный уход и восстановление кожи. Произведены маски в России, объем 45 мл. Органовая маска для волос, предназначенная для роскошного объема от свежей косметики с пребиотиками. Стоит такая маска 77 рублей. Упакована маска под вакуумом, как и все продукты из этой серии, не содержит консервантов и парабенов. Содержит 100% натуральные ингредиенты, пребиотики, восстанавливает иммунитет кожи головы. Объем маски 180 мл. Носки женские от Lady Collection, размеры с 35 по 38, стоимость 99 рублей. Состав 86% полиамид, 13% полиэстер, 1% эластан. Противоскользящее покрытие 100% ПВХ. Кстати, нужно внимательно разглядывать носочки, потому что не на всех это покрытие качественно выполнено. По большей части как-то тяп-ляп и выглядит вообще так, как будто носки запачканы. Вот синие – это, наверное, единственные носки, на которых это покрытие сделано так, как надо. Женские носки, размеры с 35 по 39, производитель Китай, состав 53% хлопок, 36% полиэстер, 8% полиамид и 3% эластана. Это носки короткие, продаются в очень большой палитре расцветок, украшены надписью вдоль носка и пушистой буквой «С» с двух сторон резинки. Игровой набор «Деревянная рыбалка» предназначен для детей старше 3 лет. Производитель Китай, состав дерева, металл и полиэстер. Стоит такой набор 149 рублей. Выполнен набор в новогодней тематике, что очень актуально сейчас. И очень примечательно, что в этом наборе две удочки. Это означает, что ловить предметы можно не в одиночку, а компанией. Игрушка на палец «Динозавры и драконы». Стоит такая игрушка 77 рублей. В продаже очень много вариантов этой игрушки.
Производитель предлагает собрать всю коллекцию. Игрушки довольно красочные и реалистичные. Набор фломастеров в количестве 30 штук. В подарочной упаковке производитель Китай, состав фибра, полипропилен, вода, глицерин и пигмент. Стоит такой набор 249 рублей. Есть несколько вариантов подарочной упаковки. Все они достаточно забавные, выглядят довольно презентабельно. Махровая пестротканная салфетка кубики, размер 30 на 30 сантиметров, изготовитель Узбекистан, состав 100% хлопок. Стоимость таких салфеток 55 рублей. Выглядит довольно интересно, что с одной, что с другой стороны. Салфетки хорошо впитывают воду, а то, что они такие пестрые, им только на руку. Сидушки на стул размером 35 на 35 сантиметров, производитель Китай, состав полиэстер, поролон и нетканый материал. Стоимость таких сидушек 77 рублей. Продаются в различных расцветках. Внешняя сторона очень похожа на велюр ворсовой, а изнаночная имеет противоскользящее покрытие. Шары елочные диаметром 6 см, в наборе 6 штук, состав полистирол, полипропилен, полиэстер. Производитель Китай, стоят такие шары 149 рублей. Продаются шары в нескольких вариантах. Но нужно внимательно выбирать, потому что, сами понимаете, это пластик и качество не ахти. Декорация новогодняя от снежного кружева, длина 60 см, состав полиэтилен, пенополистирол, полиэстер, сталь, бумага, шишки, производитель Китай. Стоит такая декорация 299 рублей. Выглядит эта декорация очень реалистично, отлично подойдет для создания новогоднего антуража. Украсить этой декорацией можно полку, дверь или подоконник. Маска для лица от Nivea Urban Detox, очищение пор и детокс за одну минуту. Это маска с отшелушивающими частичками белой глины и экстрактом магнолии. Наносится на лицо всего на одну минуту и смывается водой. По желанию можно оставить на лице до 5 минут. Декорация «Цветы в горшочке», производитель Китай. Состав полипропилен, полиэтилен, пенопласт и сталь. Продаются эти цветочные композиции в нескольких вариантах расцветки. Чисто зеленые, с сиреневым оттенком и с белым. Стоит такой горшочек 199 рублей и отлично может украсить и комод, и полку, и ванную комнату. Любое место, куда не поступает солнечный свет и живые растения там не выживают. Довольно симпатичный пушистый кустик. И при желании, я так думаю, его можно сделать еще попушистее. А внутри горшка, смотрите, искусственный мох. Керамические фигурки тигра от снежного кружева. Производитель Китай, состав доломит. Стоят такие фигурки 299 рублей, сделаны очень качественно. Выглядят реалистично. Есть фигурки довольно улыбающихся сидящих тигров. Есть фигурки отдыхающих, спокойных, уравновешенных, как я сейчас держу в руке. Есть просто сидящих и смотрящих вперед, а есть таких, которые собрались ловить добычу. Доска разделочная Auto Kitchen, размером 30 на 20 сантиметров, производитель Китай, состав полипропилен. Товар новый, из коробки, ценника на него еще нет, но я думаю, что меньше 200 рублей эта доска стоить не будет. Доска эта достаточно толстая, прочная. Имеет ручку удобную, продается в двух расцветках. Черная с золотыми разводами и белая с золотыми разводами. И если уж брать в расчет золото, то на черном оно, конечно, гораздо эффектнее смотрится. На белой доске даже со вспышкой эти золотые разводы смотрятся желтыми. Тарелка глубокая Auto Kitchen, объемом 860 мл, производитель Китай, состав фаянс. Стоит такая тарелка 149 рублей. В этой коллекции уже продавались пиалки очень интересные и тарелочки на 600 мл. Так же, как и предыдущие предметы из этой коллекции, продаются в трех расцветках. Щетка-скребок для очистки стекол автомобиля. Страна-изготовитель Китай, состав АБС, полипропилен Эва. Стоит такой скребок всего 99 рублей. Скребок, кстати, снимается и можно пользоваться просто щеткой, когда есть такая необходимость. Тряпки для уборки от Bon Home двухсторонние. В набор входят 4 штуки, размер 27 на 16 сантиметров. Эти тряпочки не оставляют разводов и хорошо впитывают влагу. Это действительно так, проверено на себе.